Зерно и масложировая продукция казахстанского производства заинтересовала китайскую провинцию Сычуань. В столице прошел форум экспортеров, который собрал бизнес-представителей двух стран. Минторговли Казахстана заявили, что китайская сторона также заинтересована в импорте напитков и кондитерских изделий из нашей страны. Лидерами Казахстана и Китая поставлена краткосрочная задача увеличить взаимный товарооборот до 40 миллиардов долларов. Сейчас этот показатель составляет 31,5 миллиарда. Провинция Сычуань, это как пример, это только начало. Она входит в тройку лидеров по размеру экономики. Это пятая по объему ВВП. Сегодня ВВП Сычуань превышает 900 миллиардов долларов США. Это на минуточку практически ВВП Российской Федерации. И мы заключили контрактов на 75,2 миллиона долларов.